Привет. Привет, привет. Ау, ау. Доктор Василий приехал к тебе. Вечер. Да, скажи, вечер посещений. Ау, ау. Ты в туалет ходила? Ау. Алёся. Ау. Добрый день, добрый вечер. Привет, мама. Привет, мама. Привет, мы соскучились. Ой, какая. Ну, уже дает себя гладить, уже не кусается, не дерется. Красавец. Скажи, доктор, вы же кличбу не делаете? Нет, все. Скажи, чего я буду драться, у кого не делаете? Не делаем. Так, ну, рассказывай, как лапками ходишь. Сейчас мы посмотрим. Ну-ка. Давай, покажи нам. Скажи, доктор, а вкусняху принесли, чтобы я стояла за вкусняху? Ну-ка. Не, ну она лучше становится. Становится намного лучше. Ленится немножко, конечно, но... Замяска, она поднимается. Замяска ходит хорошо. Нет, она не ходит, но поднимается. Угу. А может... Велосипедик делаем? Велосипедик делаем. Угу. Может, она за этим поднимется? Пошли, пойдем. Давай. Давай. Как не валяется. Оп. Давай. Нет, скажи, доктор, это не мяско. Ей это не удивишь. Вот мяско бы ей говядинку молочь. Скажи, доктор, я вспомнила, что я не люблю белые халаты. Ну, все. Ну, она стала активнее намного. Смотрите, как хорошо уже двигается. Ну, прогноз все-таки еще осторожный. Будем работать с ней, продолжать давать лечебный корм, витамины. И скоро, через недельки-две, сделаем уже рентген. Посмотрим, как у нее косточки напитались кальцием. Олег Алексеевич сегодня в этот коем просто он теперь обмакивает мясо. Ну все. Свежину. И она тогда хорошо ест на мясе. Коем. Давай, чуть. Скажи, где мясо? И водички. А водичка вот стоит. Где-то я только что видела. А, вон она. Она сама еще туда не ходит, да, за водой? Нет, а сюда ставит. Ну как, водичку будешь? Вот. Надо будет сделать и завтра, наверное, сделаем контрольное взвешивание и посмотрим, сколько она набрала вес. По-моему, она немножко подросла. Мне тоже кажется, что она подросла. Угу. Все, сейчас не хочешь? Ну, она наелась. Все. Я еще, наверное, поделаю ей сейчас упражнения. Живот помассажирую и велосипедик поделаю. Она спряталась от меня в уголок. Пойдем. За любимым халатом. Не злюкайся. Толкайся, злись, но борись. Так, ну, все. Но она меньше сейчас меня царапает. Первое время вообще... Вчера доктор позвонили из Голландии.
А вот там очень много смотрят, передавали вам очень добрые слова. И увидели, что она поймала вам джинсы, говорит, давайте мы из Голландии, говорит, пришлем джинсы. Доктор Василий, очень много благодарности. Спасибо. Все смотрим, много. Говорит. Даже... Лапки крепче. Лапки крепче. Так, давай, не наращивайся. Давай. За мясом она вообще хорошо. Давай. Не слюхайся. Ау, сейчас не будет еще одних штанов. Молодец. Сопротивляется, это хорошо. С Олегом Алексеевичем у нее одна история. Ну, там любовь. Да, с доктором Василием другая история. Да, я ж... Ты можешь его не любить, главное, чтобы он... Результат был. Ай, какая злая. Во. Но она садится уже. Да, есть результат. Все равно она веселее, мне кажется, у нее не так она уши, ну сейчас как вот прижимает, понятно, чуть-чуть, раздраконили. Я, кстати, забыл, я же ей привез игрушку. В машине оставил, надо принести. Завтра уже принесу. Ну, завтра принесете, да. Специально такое с колокольчиком на палочке. И там мех шиншиллы или что-то такое они любят. Посмотрим, как... Скажи, а кусочки мяса там будут? Мясо тоже принесем. Ну, ей главное корм. Больше корм. Так. Я тебе не Олег Алексеевич. Я буду заставлять тебя ходить. Со стороны, друзья, может показаться, что жестко. Но вы вспомните, как мы поднимали Люсю, как заставляли тоже ее ходить. А по-другому не так. Это люди точно так же. Те, кто начинает себя жалеть. Она злится, злится, да. Сил, чтобы сильно опираться, потому что еще слабые кости, слабые связки, но она уже становится крепче. Да. Не злюкайся. Массаж очень полезный. Ой, мне нравится, да? Он прикрепила. Ну, всегда надо быть внимательным. Толкается лапками уже хорошо. Я чувствую, силы есть. Лапка, сила появляется. Уже садится, становится, уже, конечно, появляется сила. Сейчас еще и такое свежее мяско каждый день, и витамины, и массаж. И шерстка становится такая более лоснящаяся. А то же была серость. Сбитая такая вот она была, да. Сейчас она, конечно, холеной становится. Красавица будет. Красавица будет. Да. Это животик, чтобы работать. Она уже хорошо какает. Писит. Пищеварение у нее нравилось. Ну, все равно, как бы, все равно только с человеком, да, тоже с массажами. Иначе непонятно, как бы она ходила. Или Акадия стимулирует, или Олег Алексеевич, и доктор все равно стимулирует. В следующий раз я привезу специальный прибор, это черезкожный электронейростимулятор. И я ей буду стимулировать нервную проводимость, чтобы улучшать проходимость нервных импульсов по мышцам. Это не больно? Это не больно, да. Это очень
эффективный метод на самом деле. Не больно. Применять. Ну, доктор, я понял тебя. Да, я понял, доктор. Надо так. А как ты думала? Растет, да, видно, что мордашка поменялась, крупнее стала. Да и сама она такая. Витамины, к сожалению, она не очень хочет. Это да. Но витамины вкусные ж такие. У нас кошки за эти витамины драку. Так я не совсем кошка. Ну-ка попробуй. Не, не хочешь. Ну вот так вот чуточку. Ну давай. На нос облизывай. Облизывай нос. Во. Во. Ой, какая вредная. Ешь. Облизывай. Мать такая же. Моя зайка. Спасибо, доктор. Доктор каждый день приезжает, тратит, друзья, свое время. Сейчас он уже на улице. Поздний вечер. Но все равно он должен ее проведать.